турники, брусья, шведские стенки, рукоходы и прочие спорт-стрит-сооружения. На территории КГМА наконец открылась площадка для любителей уличного воркаута. Этого дня студенты и ректорат вуза, говорят, ждали с большим нетерпением. Таких открытых специально оборудованных площадок в стране пока лишь единицы. И среди вузов это первая и, пожалуй, самая большая по площади. Медакадемии в этом плане, можно сказать, повезло. Проектирование и строительство площадки на себя взял Банк Кыргызстан. Или обращалась в медицинскую академию в разные инстанции. К разным людям обращались. И только единственное, АО Банк Кыргызстана отреагировал и начали помогать нам. Они конкретно проект наш приняли, запустили его, обсуждали несколько раз направление где-то еще. И вот сегодня этот день наступил, солнечный, радостный, для спорта Кыргызстана. Я думаю, для спорта медакадемии, для наших студентов, для наших сотрудников. Я очень благодарна. И лично я, и мне кажется, все наши сотрудники очень благодарны. Спасибо банку за такой подарок медакадемии. Ну а первыми новые сооружения испытали молодые воркаутеры. Теперь они могут заниматься здесь в любое время. Никаких денег платить за вход или абонемент не надо. Эти сооружения доступны для всех желающих. Ну, открытие площадки на территории медакадемии, я думаю, это будет служить отправной точкой и примером для всех других вузов. Потому что это впервые на территории вуза открывается подобного рода площадка. Ну, хотелось бы поблагодарить, наверное, в первую очередь инициативную группу. Это молодежь, которая вышла с такой инициативой, в частности, наверное, Аблай, да, это студенты КГМА, также ректорат КГМА. И, конечно, мы все это без спонсоров, наверное, бы трудно было реализовать, притворить в реальную жизнь. Это Банк Кыргызстан. Ну а Банк Кыргызстан лишь еще раз доказал свою приверженность к поддержке молодежных инициатив и развития спорта в стране. Занятия на свежем воздухе как нельзя лучше соответствуют идее здорового образа жизни. Кроме того, это очень доступно, не требует дополнительных трат. И, соответственно, в любое время года можно поддерживать свою физическую форму. Ну а эти ребята тому доказательство в спорте, пусть и в уличном, главное – это мотивация. Ее на таких площадках всегда бывает достаточно. Подростки, глядя на старших товарищей, как правило, стремятся им походить. И на этой площадке, судя по всему, будет происходить именно так.